анонс и точно до выхода 17 серии сериала «Легенда о черном дереве». 17 серия сериала выйдет в эфир 20 сентября. Ранее в сериале мы увидели, как Султану и Омеру понадобилось еще очень много времени на то, чтобы добраться до своего счастья. Они мечтают снова быть вместе, любить друг друга, стать едиными и душой, и телом. Но жизнь складывается совершенно не так просто, как им того хочется. Молодым людям предстоит побороться за свою любовь, выяснить, чего они действительно хотят друг от друга, и верен ли тот путь, который они выбрали. Султан понимает, что Омер сейчас семейный человек. Но она продолжает верить, что несмотря на весь этот брак, Омер все еще принадлежит ей. Сможет ли их любовь пройти это испытание, или же оно станет для них точкой невозврата? Это героям предстоит решить в новых сериях. 17 серия сериала выйдет в эфир 20 сентября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.